Очень я люблю выражение «правда в глазах смотрящего». Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Очень часто в комментариях читаю такую фразу. «Ну не придумывай, не идеализируй парижанку». Это было давно, таких уже нет. Сейчас все парижанки неухоженные, неряшливые, толстые и т.д. и т.п. Все мои хорошие, сегодня давайте поговорим о современной француженке. Вот именно о француженке нового поколения. Какая она? И сегодня вот будем просто-напросто очень-очень откровенны. Я думаю, что большое количество из вас побывало в Париже, чему я очень рада. И также считаю такую фразу. «Была в Париже». И была так разочарована, ну где же этот шик, лоск, французская элегантность, Коко Шанель и так далее. Вот отсюда-то и идет вся проблема. Быть в Париже как турист несколько дней или жить во Франции. Я не буду скрывать, что сегодня Франция очень сильно изменилась. Найти коренную парижанку, француженку, здесь, наверное, нужно днем с огнем, как говорится. Очень тяжело. И знаете, кто ищет, тот найдет. Самое главное, что, как не раз я уже повторяла, вот именно эта фраза «правда в глазах смотрящего». Есть кварталы в Париже, в которые лучше не ходить. Я вам честно скажу, но я думаю, что вы и сами знаете. Есть пригород Парижа, это совсем другое. Сегодня в Париже очень большая иммиграция. На своем канале я не затрагиваю такие темы, как политика, жены политиков, иммиграция, расизм и так далее. Вы можете меня просить, но я не буду отвечать на эти вопросы. Мой канал – это эстетический. Мой канал о красивом, о Франции с душой. И понимаете, как и во всех странах есть то красивое, что мы можем взять и примерить на себя. Это как в бутике или в марке. Это такое отношение к жизни. Вот вам нравится, не знаю, какая-то марка одежды. И есть те модели, которые совсем не ваши. Вы их не берете. А вот есть модели, например, две брюк, покрой, пошив, ткани, которые вам, ну, классные, подходят замечательно. Вот вы их постоянно берете и покупаете. И благодарите эту марку за то, что она сделала такое лекало, которое вам подошло, и вот эти брюки вы покупаете только там. А в другой марке вы покупаете, не знаю, блузку или еще что-то. И вы идете к парикмахеру, он круто делает окраску волос, а ногти совсем не умеет делать. Ну, он не, это парикмахер, да, или там, я не знаю, стрижку не умеет делать. То есть здесь уже выбор за вами, так и в любой стране. Я жила в 7-м округе Парижа, и я знаю, о чем я говорю. Вот именно там, зайдите в Бон-Марше, зайдите, прогуляйтесь по бульвар Распай, Сен-Жермен и так далее. И вот именно там вы можете увидеть настоящую парижанку, настоящую француженку. Развеем мифы или подтвердим ранее услышанное? Здесь уже как бы такой вопрос под вопросом. Естественно, 21 век. Скорость, стресс, нехватка времени, нежелание сделать усилия над собой, все это играют. Играют с нами злую шутку. Играют с француженками, с настоящими француженками. Злую шутку, если это так можно сказать. Но каждый выбирает сам, как жить. Каждый выбирает свой стиль, мод де ви, стиль жизни. Вы можете смотреть фильм в черно-белом, а можете смотреть его в 3D, да? И один и тот же фильм каждый может увидеть по-разному. Также и про чашку фарфоровую, я вам не раз уже говорила. Кто-то пьет чай из фарфоровых чашек, кто-то предпочитает бумажные стаканчики на ходу. Кто-то пишет картины акварелью, а кто-то пишет картины
карандашом. И все по-своему довольны, и все по-своему недовольны, понимаете? Но вот сегодня я могу сказать, что я взяла у француженок, у парижанок то самое лучшее, что нужно было мне, что, по моему мнению, самое лучшее. И сегодня я вам с этим самым лучшим с вами поделюсь. Конечно же, не все француженки, совершенно не все, как Коко Шанель, не все они элегантны. Иногда я могла бы вам наснимать столько, если бы можно было снимать людей, или втихушку наснимать, как снимают многие блогеры, и показать вам, ну, просто такой ужас и кошмар. Иногда я просто закрываю глаза и думаю, мне это снится, или на самом деле передо мной вот это стоит. Вот так. Фраза какая-то получилась. Ну, мне этого не хочется, понимаете? Такой контент был бы, наверное, очень популярен на YouTube и помог бы двигать твой канал. Ну, мне хочется эстетики, мне хочется вносить в этот мир что-то красивое и прекрасное и верить, что все будет хорошо, понимаете? Я показываю вам те марки, молодые марки, пусть они инстаграмные марки, те, которые развиваются, те, которые отшиваются во Франции. И молодцы, молодцы молодежь французская, что поворачивает голову в ту сторону, в которую нужно ее повернуть, понимаете? Потому что грязи и всего такого очень хватает. И здесь и проблем, и экономика, и иммиграция. Ну, всего очень много. Сегодня я поделюсь с вами тем, что хотела поделиться, чем, чему научилась у француженок. Первое – это получать удовольствие от жизни. Вот не просто от какого-то момента, хотя и от момента, от всего жизни. Вот во всем, в дождливом утре, вот сегодня очень дождливый пасмурный день, не знаю, видите вы меня или нет, в уборке, в своем отражении, в зеркале, вот получать просто-напросто удовольствие от всего. И этому нужно поучиться, потому что на самом деле это не так просто. Человек легче настраивается на негатив, чем на позитив, на удовольствие, на улыбку. Я вот до сих пор себя тренирую улыбаться, вы мне очень часто пишете, спасибо вам большое. Поэтому первое – получать удовольствие, расслабиться и получать удовольствие. Быть максимально естественной. Это тоже нам, славянским женщинам, очень трудно, потому что я думаю, что мы, славяне, мы женщины, которые больше всего, наверное, вот на этой планете ухаживаем за собой. Подтвердите, так или это, или не нет, или нет. И даже иногда вот это больше всего получается чересчур. Ну, по крайней мере, говорю о себе, у меня так иногда получается. Поэтому нужно не играть в прятки с самой собой. Это очень тяжело, и в 21 веке это очень еще тяжелее, потому что можно уколоться, можно еще раз уколоться, можно перекраситься, можно перекроить свое лицо, можно наложить фильтры и просто забыть, как ты выглядишь на самом деле. Потому что сегодня наше общество, оно так настроено на идеализацию, на совершенную картинку, что если ты что-то там не так, и у женщины круги под глазами, вот как у меня сегодня, и не знаю, не идеальная стрижка, то все, полетели гнилые помидоры. Ну, я думаю, что и здесь меняется. Посмотрите, в тех же социальных сетях выставляются фотографии таких, какие вы есть. И это набирает очень много просмотров. Манекены, модели. Это очень часто, вот сейчас французские марки используют на самом деле, ну, самых нормальных женщин в теле, с морщинами. Да, поначалу необычно, но это же мы, и это, я считаю, есть хорошо. Я поддерживаю такое.
и буду стараться сама быть как можно естественней. То есть вот работаю над собой, минимум декоративки, все тональные средства убрала, оставила только легкий бэби-крем, сиси-крем и так далее. И мне этого хватает. Уход, максимальный уход и увлажнение. Да, француженки очень любят уход, увлажнение. И нужно за собой следить. Не фанатично, не надраивать, не намазывать, не... Ну, то есть, а просто регулярно. Понимаете, между фанатичным и регулярным есть небольшая не пропасть, а расстояние. Очень часто мы впадаем в эксе, то есть слишком. И нужно вот найти вот этот эквилибр, свое равновесие, где на самом деле тебе будет хорошо. Укладка без укладки. Ну вот как у меня сегодня, просто до того, как снимать видео, волосы были завернуты, заматаны в пучок. Я всегда завидовала женщинам, у которых шикарный волос, немножко волнистый, которые могут просто-напросто вымыть голову, распустить, и все это шикарно смотрится. Не всех природа наделила нас шикарной фигурой, шикарными волосами и так далее, шевелюрой. Ну, нужно полюбить себя, вот что учусь тоже у француженок, такой, какая я есть. С небольшими изменениями, естественно, не нужно, если там у тебя три волосинки, не нужно, или они очень, не знаю, очень быстро грязнятся, что забить на это, как говорится по-русски, и просто оставить все так, как есть. Нет, нужно ухаживать собой регулярно, ну, не впадать в какую-то истерику, что и не наращивать себе искусственные пряди волос, что вот у меня их нет, и все. То есть учусь быть максимально естественной, делать укладки без укладки, укладку без укладки. То есть она и есть укладка вроде какая-то, но в то же время такое ощущение, что ее нет. Вообще француженки говорят, что нужно выбросить свой фен. Есть такие выражения в книгах, что нужно сушить волос на свежем воздухе. Ну и климат помогает, конечно, у нас зимой посуши на свежем воздухе. Ну, я имею в виду на свежем воздухе, именно просто высушил полотенцем и посушил волосы без всяких этих химических, электрических и таких, и других всяких штучек. Никакой диеты. То есть, в принципе, это самый большой такой секрет парижанки, когда мы говорим, ну почему же парижанки не толстеют? Потому что нет у них диет. Не у всех, конечно. Есть же, которые сидят на диетах. Есть и диетологи здесь, и так далее. Но в основном француженка, особенно француженка в возрасте, главный секрет хорошей фигуры – это в маленьких порциях. И не перекусывать, нет перекусов. Чему сейчас вот я и учусь. Не перекусывать, потому что очень часто голод, мы всем известно, жажду принимаем за голод. Выпивать стакан теплой воды, можно добавить лимона с утра и вечером перед сном. То есть вот такие маленькие секретики. Порция должна быть небольшая, но эту порцию нужно съедать с удовольствием, чтобы наслаждаться, чтобы вкусить вот каждую крупинку. Вы сейчас скажете, ну о чем она? Мы же вот на работе несемся, нам же надо быстрее, не успеваем поесть. Все это понятно, и утром не можем позавтракать. Ну, наверное, каждый выбирает за себя. Или встать на несколько минут раньше и насладиться едой, или заглотить как уж все это, чтобы упало, а может и вообще не позавтракать. Но француженки, они любят уделять время еде, они любят наслаждаться, выпить стаканчик вина, пропустить по стаканчику, вот недавно в Инстаграме написала, потому что для них вот тот же Париж, этот город бистро, город кафе с террасами. И для них выпить по стаканчику не весь день. Это туристы очень часто мы увидим с бокалом вина, белого, красного. В принципе, это всегда после 6 часов вечера. Здесь они уже могут насладиться разговором или просто понаблюдать за проходящими людьми. И вообще не страшно, что женщина сидит одна, в одиночестве
выпивает свой стаканчик вина. Это даже очень гламурно. Это, ну, по крайней мере, вот мне это нравится. Иногда хочется остаться одной, поработать, почитать и расслабиться. И я очень люблю французское вино. Не принимайте меня за алкоголика, потому что я думаю, что будут такие комментарии. Ну, красное вино очень полезно для сердца. Не нужно им... Не нужно слишком много переусердствовать. Но пол бокала красного вина не каждый день. Это хорошо для морали, для организма и для стиля жизни. Итак, давайте учиться получать удовольствие от процесса приема пищи. Не есть на ходу. Вот понимаете, вот ни одна француженка, уважающая себя парижанка, она не будет есть на ходу. Я вообще никогда не видела здесь, чтобы едят на ходу. Я видела, когда вот в Париже обеденное время, или студенты, или служащие магазина вот какого-то, охранники, они могут взять салат и просто пристроиться на ступеньках какого-то кафе или даже церкви и просто съесть вот этот салат. Ну, наверное, это вот чтобы есть в машине сэндвичи или на ходу. Я такого не видела. Напишите, видели вы или нет. И сама никогда так не поступала. Нужно выбирать свой стиль. То есть выбрать вот свой стиль. Вот, тебе нравятся бежевые оттенки. Ты одеваешь бежевые оттенки и макияж нюд. Тебе нравится красная помада. Ты добавляешь красную помаду, но тогда нейтральные глаза. Стиль – это твоя визитная карточка. Это как контент канала «Эстетика» или «Маден Франс», «Франция с душой», или там, я не знаю, «Развод с мужем» по-французски, или «Давайте приготовим вкусное блюдо». То есть этот макияж – это твоя визитная карточка. Но эта визитная карточка, она может в течение твоей жизни меняться, распечатываться, совсем по-разному, в разных оттенках. Тебе никто этого вообще не запретил. Нам вообще никто ничего не запрещает в этой жизни. Нужно быть мудрым по отношению к жизни. Хочешь, значит сможешь. Тебе все для этого дано. Хочешь одеваться стильно? Нет. Средства француженки, парижанки, я усвоила у них, что... Ну, не зазорно для них ходить в фри-при, это называется, блошиные рынки, комиссионные магазины и так далее, и так далее. Масса, они могут найти шикарные вещи. Я научилась этому и с удовольствием пользуюсь. Я могу купить себе брюки шикарной марки с этикеткой за 2-3 евро. Зачем мне идти в какую-то Зару и платить 30-40 евро? Кто-то пишет, плохая энергетика, не знаешь, кто эти вещи носил. Вещи с этикеткой, да купили так же, как мы. В шкафу висели несколько месяцев, потом просто-напросто отдали, и все. У меня нет таких предрассудков, я в это не верю, хотя, возможно, кто-то и верит. Но можно, я считаю, что это такая вот мудрость экономии отношения к жизни. Уверенность в себе, нужно быть всегда уверенным в себе. Нужно улыбаться этой жизни, нужно прощать эту жизнь, нужно воспринимать ее так, как она к нам идет, и любить ее, тогда она нас будет любить, понимаете? И дарить все самое лучшее. Даже если кто-то вам хочет сделать плохо, вы улыбайтесь ему. Потому что если он хочет вам сделать плохо, значит ему самому в этот момент плохо. Будьте уверенными, что от этого человека не зависит ваша жизнь. Ваша жизнь зависит только от вас. Она в ваших руках. Нужно уметь преподносить свою точку зрения. Нужно отстаивать свою точку зрения. И превратить свои недостатки в достоинства. Свои комплексы в преимущества, я так скажу. Над этим нужно работать. И я считаю, что
Уверенность в себе, вот она присуща француженкам и парижанкам. Тебе вообще не нужна чужая жизнь, понимаешь? Понимаешь, я такая разговариваю, как будто с подружкой. Ну зачем тебе тратить вообще свою жизнь на чужую жизнь? Не осуждай. Вот просто-напросто не осуждай никого, у тебя останется масса времени на себя. Не трать на это время, не показывай свое невежество, просто займись собой. И укрепляй потихоньку фундамент своей жизни. Даже если тебе кажется, что тебе много лет. Если уже поздно открывать канал на YouTube, изменять свой стиль. Если там какие-то злопыхатели говорят про тебя плохо. Да значит им плохо в этот момент, понимаете? Значит они не уверены в себе и не могут достичь того, что достигла ты. Раз о тебе говорят, значит ты все правильно делаешь. Позволь себе пробовать, просто-напросто позволь себе пробовать. Если ты не попробуешь, то никогда ничего не достигнешь. Ищи себя открывай, познавай этот мир и знай, что ты на самом деле индивидуальность. Вот какой бы ты ни была, но ты индивидуальность. И позволь себе слабости. Сегодня тебе плохо, сегодня у тебя небольшой стресс, позволь себе это, согласись. Таймер вот твоей жизни, он не зависит ни от кого. Он в какой-то степени зависит от быта, от семьи, но он не зависит ни от Маши, ни от Пети, ни от Васи, ни от какого-то блогера, ни от какой-то учительницы или от твоего директора. Таймер твоей жизни, он в твоих руках. И как ты распорядишься минутками твоей жизни, так и будет. Во сколько, зачем и почему. В рамки мы себя загоняем совершенно сами. Правила нам не навязывает никто. Это нам кажется, что нам установили какие-то правила и какие-то вообще... Все, кто не лень. На самом деле это все не так. Вот, наверное, вот такие самые лучшие качества французские, которые сегодня я перенимаю, которые я перенимаю на протяжении уже нескольких лет. И если я решила сегодня поделиться этим с вами, то... Значит, решила. Спасибо, что оставались эти несколько минут со мной. Спасибо, что поддерживаете мой канал. А я вас всех целую, обнимаю. И француженки бывают разные. Прекрасные и ужасные.